Всем привет! Меня зовут Карина Карпакова, я тренер Большого международного конного клуба «Продар». И сегодня мы поговорим о том, как победить в себе страх перед лошадью. Во-первых, не стоит смущаться страха, потому что это естественное проявление инстинкта самосохранения. Нужно проанализировать причины появления страха и посмотреть, как они влияют на ваш организм. Часто всадники принимают за термин «страшно» то, что можно назвать словом «непривычно», «необычно», «непонятно». Поэтому совет номер один – знание – это сила. Изучайте больше информации о лошадях, об их повадках и поведении. Изучайте технику безопасности. Совет второй – соблюдая комфортный для вас ритм тренировки, улучшайте навыки управления и посадку. Помните, что знания и навыки помогут обрести уверенность в седле, а также улучшить понимание поведения вашей лошади. Совет третий. Призовите на помощь смех. Исследования показали, что смех снижает давление, высвобождает эндорфины и стимулирует кровообращение. Страх не может соседствовать с юмором, поэтому не бойтесь смеяться, это снимет лишнее напряжение. Желаю всем успехов!